своих интервью я многократно говорил, что вся приграничная территория Российской Федерации давно превратилась в серую зону. Подтверждение моих слов, вчера в интернете появилось видео, в котором жители Новой Таволжанки просят или буквально умоляют высшее руководство Российской Федерации о помощи в восстановлении их разрушенных домов. Друзья, обращаюсь к вам, фигурантам этого самого видео. Если вы еще не поняли, на восстановление Новой Таволжанки невозможно попиариться, невозможно попилить средств, выделенных на это из бюджета. Поэтому ваша судьба руководство России точно интересовать не будет. Я, в свою очередь, предлагаю вам искренне финансовую помощь, материальную помощь в восстановлении ваших жилищ. Я такой же, как и вы, гражданин Российской Федерации. Вы не брали в руки оружие и не участвовали в военных преступлениях режима, поэтому я искренне готов протянуть вам руку помощи. Если вы готовы принять помощь Русского добровольческого корпуса, запишите видео, и тогда мы приступим к восстановлению вашей родной земли.